заключали договоры, брали предоплату и исчезали. По такому сценарию действовала в столице группа мошенников. Работали злоумышленники под видом компании по установке пластиковых окон. Сколько москвичей стали жертвами аферистов, сейчас устанавливается. Одной из потерпевших стала жительница столичного района Южная Бутово. К ней в квартиру пришел мужчина, представившийся сотрудником фирмы по установке пластиковых окон. Проведя замеры, злоумышленник указал стоимость своей услуги, после чего, получив денежные средства в размере 47 тысяч рублей, ушел. После этого сотрудники фирмы стали уже не так активны. Перезвонил через некоторое время и попросил более точно уточнить информацию, а также сказал, если у них нет возможности все это сделать, пусть обратно вернут мне деньги. На что мне было предложено указать номер карты, на который будет произведен перерасчет. Номер карты я не сказал. Сказал то, что деньги лучше мне передать при личной встрече. На что абонент повесил трубку. По подозрению в мошенничестве полицейские задержали 28-летнего жителя столицы. Молодой человек всю вину перекладывает на подельников. Говорит, что он лишь исполнитель. На месте использовал только рулетку, но никак не дар убеждения. Ребята заключали договор от офиса. Я присутствовал на адресе. Свою вину признаешь? Нет. Существует ли офис и действительно ли злоумышленник работал с сообщниками, сейчас выясняют следователи. Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело.